Так, теперь нам нужна некоторая ложка для баллисты, которая будет бросать все эти камушки. Мы возьмем сейчас с вами цилиндр, вернее, круг. Круг. Нет, мы возьмем, вот что мы возьмем. Возьмем сферу, но в ней тоже, скажем, допустим, 8 и 8. 8. 8. Так. У нас получится вот такая сфера, из которой мы поднимем сейчас, во-первых, наверх. GPZ туда. Во-вторых, мы из нее сейчас удалим половину. Это точно. Вот так, да? Смотрим сверху. Удаляем. Pins. Face. Ну, еще можно удалить. Вот, получилась такая вот штука. И из нее мы сейчас вытянем. То есть я бы такой, чтобы ее выделил, и начал ее вытягивать. То есть сначала по Y. Я тяну S по Y. Вот такую лафенцию. Так. А теперь мне надо выделить вот эти ребра. Вот эти вот ребра надо выделить. Так. И вот эти ребра. Их тоже потянуть. S по иксу. Таким образом мы сделали подобие ложки такой, да? Вот это нужно чуть-чуть прижать. Это будет SY. Вот так, чтобы оно больше похоже было на ложку. Хорошо, отлично. Далее мы можем сделать следующее. Выделяем этот объект. Идем в модификатор и говорим, нужно кое-что солидное. Вот так, чтобы в нем помещалась эта штука. Все, отлично. Вот она. И от нее сейчас нам нужно будет выделить, я думаю, что вот эти вот этот, нет, теперь уже вот этот и этот. Так, давайте мы их выделим сначала. Ну, не знаю, надо ли здесь такое провести. Но можно, конечно, Ctrl-R. Вот так. И здесь. Тоже Ctrl-R. Вот Ctrl-R сделаем. Ctrl-R. Автоматом посередине сделать. Так. А вот теперь вот эти. Этот и этот мы с вами подтянем Е. А почему по этой оси нам по Y надо? Здрасте, ваша тетя. Вы что, с ума сошли? Ладно. Для этого у нас есть тут такой экструд по нормалю. Все равно ерунда получается. Но не важно. Факт то, что когда мы вот такое имеем, да, мы всегда можем с этим справиться. Ой, там кто-то ерундит. А вот тут. Тут и тут. Да? Мы сейчас справимся с этим. S. Соединим. Так, G поверху сделаем. Так. Теперь R сделаем прямо. И потянем по Y. Вот. Видите, у нас получился довольно-таки неплохой. Я не знаю, если мы перейдем в ребра и скажем flatten. Ну-ка. Да, вот flatten, видите, он сейчас у нас, правда, как-то немножко грубовато он поступил. И вот тут какие-то ерундовины. Нам надо назад как-то уйти и сделать это все.
Почему это происходит? Потому что мы солид не сказали, что мы им довольны. Вот почему это происходит. Нам нужно было сказать play. Только тогда у нас будет все в порядке. Вот, не забывайте. Мне тоже надо себе это сказать. Не забывай. Собак, перестань. Там люди себе собираются куда-то идти, а ты им мешаешь. Так, ну и вот теперь. Ну, то же самое получается. Почему он так не хочет нормально работать, ресет? А, ну, потому что у него выгнуто это все, понятно теперь. Поэтому мы сейчас выберем, вытащим так, как положено. Вот так. Вот видите, теперь тут все, ничего не нарушено. Дальше S. Так вот. Поднимаем. G по Z. Так, я посмотрю. Сбоку. Вот с этого боку. Да, еще надо поднять. Вот так где-то. Потом перевернуть это. R. Выгнуть это так прямо. Но это по оси, по какой мы оси это делаем? По X? Нет. По Y? Нет. По Z что ли? Ну не может такого быть, ребят. Так, ну здесь есть простое решение. Сейчас я вам покажу его. Когда такая штука происходит, да, мы можем сказать flatten, вот он выровнялся, а выровненный гораздо проще с ним работать. Сбоку смотрим, G поднимаем, так, и R выравниваем, и G по Y подтаскиваем вот сюда. Вот так. Понятно? Теперь все красиво. Не знаю, получится или нет, если взять, вот, допустим, вот это и сказать flatten. Нет. Так она не работает. Так, тогда мы просто ее подгоним. Ставим спереди. Вот так. Да? И делаем следующее. G. Так, этот сюда, сюда, эти два вытаскиваем, говорим S, S, потом вниз, и наоборот сужаем. И это сужаем. Таким образом мы получили то, что нам было нужно. Да? А этот здесь уже, когда мы выберем, да, можем спокойно сказать и загнуть его вот туда. Дэдэн. Е. Вот так. Сюда мы ставим древко. Так. А вокруг этого давайте мы сделаем следующее. Мы сейчас еще. Тут скажем Ctrl-R. Ой, нет. Мы не скажем Ctrl. Мы посмотрим сверху сейчас. Вот. Возьмем нож. Но не этот. Возьмем вот этот. Бисект. И забисектим тут сейчас. А выделить надо, говорите, да? Давайте. Бисект. Получилось хорошо.
И далее еще раз. Вот сюда. И еще один бисект. Вот так. Теперь вытаскиваем эти ребра. Говорим, что надо нам по нормальному его. И двигаем по нормальному. Вот так. Здесь еще можно поставить всякие разные заклепочки. Интересно получится, если мы с вами Ctrl-R и вот здесь. Да, получится. И мы, допустим, можем сказать, что это у нас Shift-D, и мы его сразу же отделим P Selection. И вот мы получили именно вот такой вот. Сразу же пойдем скажем объект мод, скажем, что это мы его и конвертируем. Почему он не хочет конвертироваться? Дело, почему не хотим конвертироваться? Вот в куру нас конвертировали, в куру все прекрасно. Теперь берем заклепочку маленькую и сделаем его из сферы, делаем его маленькую, вот такую маленькую, вот такую маленькую. Если не получится, мы тогда по-другому это все сделаем. Так, тогда мы идем в куру. А нет, мы сначала должны с вами сделать array. Говорим, что тут 4, да? Ну, для проверки. Так. И теперь вот это вот мы можем сказать. Где у нас там эта курва? Вот она курва. И мы скажем, что вот это вот. Да. Когда такая геометрия, ребят, то все время такая вот ерунда получается. Поэтому плевать. Поработал вручную. Убираем этот объект. Вообще нам не нужен. Говорим, что нам надо вот сейчас. Где наша сфера? Вот она сфера. Поднимаем ее наверх. Вот сюда уменьшаем. До безобразия вот так. Дальше смотрим сбоку. Тащим. И сажаем его вот сюда. После этого смотрим сверху и говорим, что сколько там их. Четыре штуки вообще-то. Но мы будем делать два. G по X, сюда одну, Shift-D по X, вот сюда одну. Вот так. Потом мы можем это дело сказать Shift-D и по X, по Z выставить их. Так. Потом выбрать вот эту, опа, извиняюсь, эту поближе,
Дальше Shift D и R по Y на 90 градусов. Вот так. Все. Если что-то немножко не так, то мы всегда можем еще G по X выдвинуть чуть-чуть. Здесь вот уже на. Вот такая чашка у нас. И посмотрим, теперь сюда нужен брус. Сейчас выдаем. Ну, сначала мы скажем, что это Shift D. И теперь E. Начинаю вытягивать. Вот таким образом у нас получится именно то, что нам надо по Y. Вот, допустим, вот такой брус. Все. У нас теперь он отдельный, как бы, да? Да. О! Он не отдельно получился, зараза какая. Его надо сказать отдельно. P. Вот так. Вот после этого он будет отдельно, конечно. Теперь мы скажем. Давайте отодвинем немножко, уже по X, то по Y, вернее, вот так отодвинули. И теперь мы можем его с ним делать все, что хотим. То есть E потянули до сюда. Все есть, готово. Угу. И нам надо его правильно установить. Немножко грубоватое, мне кажется, это. Что если сверху посмотреть? Вот так. И сейчас попробуем. Давайте мы еще вот так разрубим. Ctrl-R, Ctrl-R. И тогда мы тогда можем взять вот этот. Также вот этот. Этот. И немножко их растянуть между собой. Так, это будет S по. Не-не-не-не-не. Это будет G по Y. Поздно. Поздно, ребята. Поздно. Значит, пойдем по другим путем. Выделим это. И скажем, сверху так видно нам все, ты так и знаем. И теперь G по X. Сделаем более такую ложковидную штуку. G по X. Так. Ну и здесь тогда уже Ctrl-R. Здесь тоже Ctrl-R. Отлично. Далее продолжаем.
g по x. Так. Да, вот так оно как-то лучше смотрится. G по x. Ну, вносим мы корректируем, что с того. Ну и здесь тоже. В принципе, здесь можно уже просто вот эту взять и потянуть. Ну, пускай так будет. Красиво даже. Ну и все, тогда мы берем объект вот этот. И этот объект и ставим его на место. То есть его надо сказать ему, что у тебя будет цветорежим геометрия, то есть вот туда. Дальше тебе нужно развернуть по оси x. Вот так. Да? И поставить тебя на место. О, все эти улетели шарики. Шарики же надо еще присобачить сюда же. Секундочку. Забыл совсем про шарики. Слушай, мы на лодку потратили целое видео. Ну, зато сделали. Так. Вот. Теперь скажем, объект join. Все, соединили. А этот не соединяем. Это деревянный, это металлический. Поэтому, еще раз говорю, объект с этой режим, так, геометрия. И по иксу двигаем вот так, допустим, эту ложку. И тащим ее на место. Вот сюда. Ну, пусть так пока будет. Там решим. Что-то. Может быть, побольше ее сделать. Да, вот так. Сделаем побольше чуть-чуть. Хорошо. А где наши колеса-то? Вот они, наши колеса. То есть мы вот так уже сделали. Сколько времени потеряли? 23 минуты. Достаточно, чтобы закончить.
Нет, давайте уже колеса расставим, а потом все остальное, да? То есть мы говорим сейчас Shift D, начинаем двигать его по Y. И двигаем вот сюда. Он немножко выходит за края этой машины. Есть. Так, и теперь вот эти два колеса мы можем сказать, что, ребята, у вас больше нет трансформации, у вас этот находится. Ну, сейчас только одно у вас будет. А, сразу. 3D курсоре. И давайте-ка мы сейчас mirror проявим. Я так и думал. Я так и знал. Поэтому избежим-ка вот этого. Тем самым, что видели, скажем, Shift D, говорим X и двигаем сюда. Так, и разворачиваем на 90. R по Z на 90. Нет, 180. Все, 180 отлично сыграло. И двигаем. Смотрим сбоку. Двигаем по оси Z, по оси X. Тынц, 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 тынц. Вот. Вот так. Отлично. У нас получилась вот такая штука. Все. В следующем мы будем уже оси ставить и все остальное.